И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Панзар. Да, снова Панзар, снова я играю за танка. Решил играть за танка, так как за него быстрее найдется бой. Когда у меня будет побольше времени на поиски боя, тогда я буду играть за кого-нибудь еще. Вот, ну пока что хотя бы так. Как говорится, Панзарчик вышел, на том хорошо. О чем я хотел поговорить? Ну, во-первых, я посмотрел видос с обновлением 44, не смотрел его в онлайн, а посмотрел запись через 4 дня. Ну вот, посмотрел сразу же видео от разработчиков, точнее фильм о разработчиках. Вот, и как бы все остался только на позитивы, я бы так сказал. Кстати, убрал с шифта, я его постоянно эти бутыли жру, просто безбожно, даже тогда, когда не нужно, у меня по привычке все равно я жму shift. Вот. В общем, что касательно обновы, меня она вполне устраивает. Да, вернут, она не глобальная, но изменения, которые коснутся, они будут очень даже глобальными, в том плане, что... Бабах! Не получилось. Опаньки! Опаньки! Отлично. Да, в общем, изменения будут очень глобальные, в том плане, что очень много было нытья в плане лиц. Очень много было нытья в плане лиц, поэтому как бы в этом плане будет изменение очень даже глобальное, так как лица вернут на российский регион обратно. Это здорово. Мне как бы пофигу, но смотреть на лица орков, честно, было не очень. Вот, потому что даже как-то очково, я бы так сказал. Бабах! Отлично! Выдержать-то выдержал, только толку от этого чутка маловато! Пробил меня все-таки. Ну, отлично, я продержался до прихода своих, и на том хорошо. Но главное, чтобы они продержались. Не продержались. Ладно. Новые сиджи ведут на другой обнове. Вот, так что... Пока что ждать их не стоит. Но в целом, что я могу сказать, все вполне неплохо. Уди! Вали уже отсюда! Вали, сказал, отсюда! Ну ладно. Не захотела, так не захотела. Так, спокуха, 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 спокуха. Ртум! И... А, не, не ртум, просто тум! Чё, типа того. Да пошли вы в жопу все. Опаньки. Не получилось! Не получилось! Они успели прийти! А ведь такая была тактика здоровская! Я даже бы под скаем бы смог захватить точку. Fucking shit! Вперед! Там наш скай, там отлично. Да не отвлекайтесь вы на всякое говно! Уе! Такс. А, нафига я стал бить вместо того, чтобы поверку... О, защиту поставить. Нет, с амулетом, постоянным амулетом на реген хп, это просто кайф. Это реально просто кайф, потому что... Вот этот безбожный реген, это что-то с чем-то. Так. Отлично. Еще один. О, фак! Да пошел ты в жопу, мне все равно у тебя не получится. Отлично. Уже тащат. Оба! Надо бутылечек выпить и понеслась.
Отлично, отлично, прорываемся, прорываемся. Честно, давно уже не прорывался. В том плане, что на этом, на алхимике давно уже не побеждал. Именно в нападении. Опаньки! Полетела, родненькая. Затащил. Помощь 22 за то, что я затащил и выкинул эту овцу. Я сапер. Я сапер. Ну, а чё? У меня здоровье позволяет, так что я могу. Я могу. Опаньки. Опаньки. Затащил. Пошла жара. Так, тихо. А, фак! Бутырь выпил, и именно в эту секунду он по мне ударил. А, реально жирная падла. Блин, соответствует своему нику, конечно, но я бы с таким ником точно бы не бегал. Чисто физически. Чтоб меня... Ну, я бы сам себе... Мне бы самому было позорно читать свой ник. Начнем, пожалуй, именно с этого. Бабах! Погнали. А, там уже наши захватывают, но все-таки. Таки сдох. Ну, что поделать, бывает. Ё-моё, сколько ядер-то пускают подряд. Хм, ядра. Вполне неплохая идея. Погнали к ядрам, короче. Если там не сломали еще ничего. Опаньки! Ты же понимаешь то, что ты не вывезешь. Что-то фак. Иди, если можешь точно стрелять, то иди. Иди, садись. Если можешь стрелять, то садись. Не можешь? А какого фига мне не загорается, чтоб я в пушку сел? Или она еще не достроенная? Ну давай. Отлично. О! А теперь сел. Так. Чё-то я как-то ненамеченный. Хм, отображения хп нету? Я нифига не вижу. Куда я стреляю, если честно? Чуть повыше, да, взять все-таки? Опаньки! Эх, бедолажка-то, хромаем, да? Давай, чувак. Так чё, я что ли стреляю? Блин. Не всегда охота мне стрелять, если честно. Вау, ниже. Что такое? О! Я начал поворотом таки попадать. Дабл килл, ёшкин кот. Ну иди сюда, ну чё ты? Ой, смотрите-ка, упал, бедняжка. Отлично.
Надеюсь, наши там хоть что-то делали. Но хотя, раз у нас шкала никак не отображалась, не, нормально, ворота. Все-таки ворота я по воротам попадал. И вот этот дамаг, это был по людям. Отлично. Так. А где все наши? Я понять не могу. Они через что проходят-то? Такое ощущение, как будто они просто стоят на респе и ничего не делают. Здесь же самый прямой проход. Ну вот, инквизитор вижу, отлично. И что нам это дает? Что инквизитора я вижу? Ага, вот гномик, отлично. Пошла жара. Так, не получилось ничего. Где все наши? Я понять не могу. А, понятно, они через телепорты, через верх. Все, ясно. Я и думаю, где ж, блин, я их не вижу, нифига. Они через верх сразу на точку прыгали, а я слишком хорошо крутился. Туда-сюда, можно так сказать. Ред! 76-й! За мной! Точнее, я за тобой, ну ладно. Это формальность! Давай! Факин щит! Оу, я сдох. Да, добил. А, я в стенку уперся. Чего во вражескую. Нет, это наша стенка. Чипонькс. Что-то я думал, что это сорка. Знаете, вот по вот этим цветным шмоткам даже как-то и непонятно было. Я реально подумал, что это сорка. Я не думал, что она начнет фризить. Настолько это было тупо сейчас. Бабыр, нафиг все. Взорвал. Конечно, зря я это сделал. Я сейчас просто себе время от этого... Ну, да, и бог с ним. Не, мы сейчас не сможем пройти. Нам нужен телепорт за спину. Гном бежит... ну да, у нас... ворот ни одного нету. Мостов ни одного нету. Так что, конечно, толку от этого чутка маловато. Ага, отлично. Блин, ничего не получилось сделать. Ну ладно. У меня, короче, вариаций других нету. Кроме как пытаться так зайти. Блин, нет. Все. А, не получилось ничего сделать. Фух. Вот такие вот дела, народ. И так бывает. Вроде бы как вы и зашли на первую, то есть первую точку протащили, но вторую что-то вообще не можем ничего сделать. Они слишком хорошо успевают застраиваться и слишком хорошо контролят все вот это говно. Эти, даже вот эти сраные Тесла, они очень... Да, инквизиторы, конечно, тут сыграли свою роль идеально. Как минимум один из них, раз он топовое место занимает. Ну, что я могу сказать? Цитадель, что-то, короче, на цитадели сделали не так. Ну, сейчас сделали время.
изменят время, но что-то все равно на цитадели не так, потому что раньше проходилось намного легче, в том плане, что что-то изменилось. Либо все-таки вот это вот изменение обилок и так далее как-то на людей повлияли, и сейчас сложнее стало проходить, реально. Я не понимаю. Как вариант, Sky стало больше, и инквизиторы, что-то в инквизиторах изменилось. Кровь они пускать стали намного, кстати, чаще, нежели раньше, когда она хиляла. Реально, что-то изменилось за вот эти вот последние полгода, так что тяжелее стало проходить эту карту. Ладно, на этом уже точно все. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать, ну и, конечно же, делиться моим видео со своими друзьями. Всем удачи, всем пока, всем счастливого добра. Всем пока.